Приветствую вас, и давайте для начала попробуем сказать так. Во-первых, чтобы ответить, как вам себя вести, чтобы ответить вам, какой линии поведения стоит, нужно там придерживаться, нужно лучше понимать, а что же вообще-то говоря из себя представляет ваш мужчина? Какой он, какой это человек? Какой у него характер? Какое у него, скажем, поведение на вас? Что у него вообще происходит? Что его волнует? Что беспокоит? И так далее. Понимаете, без этой информации сложно говорить вообще о том, как себя вести. Потому что, ну, мы вам посоветуем что-то, да? Мы вам что-то посоветуем. А окажется, что это неправильно. Окажется, что это не то, что вообще вам подходит. И согласитесь, это не есть сверххорошо. Поэтому давайте мы немножечко отойдем от этого, именно от этого аспекта. Давайте отойдем от этого аспекта и поговорим немножечко вот о чем. Поскольку вы не раскрываете характер своего мужа, то я попробую. Всего лишь попробую, я повторяю, предположить, что ваш мужчина, допустим, может быть, как человеком, значит, вспыльчивым, то есть неспокойным, да, так и человеком, ну, скажем так, наоборот, достаточно спокойным, прямым и так далее. Так вот, в зависимости от этого, ваше поведение, оно очень здорово разнится. То есть, если вы будете вести себя определенным образом, как? Ну, например, вы будете, допустим, вот давайте пока только допустим, вы будете вести себя, скажем, как-то, знаете, вызывающе, да, вызывающе, а мужчина при этом будет вспыльчивым, то понятное дело, что будет происходить эскалация конфликта. По какой причине? Ну, потому что вы вспыльчивый человек. И ваш мужчина тоже вспыльчивый человек. И получится, ну, ничего хорошего не получится из такого вот, знаете, взаимодействия. Если ваш мужчина спокойный человек, то и общаться с ним нужно тоже спокойно. Но далеко не всегда. Если вы знаете, что этот человек недостаточно упрямый, то к нему нужно, возможно, напором, наскоком, наглостью какой-нибудь, например, да, или чем-нибудь еще. То есть, как вы понимаете, очень много разных подходов есть к тому, как себя вести с мужчиной. Но давайте мы скажем главное, что исходить в этой ситуации нужно из ваших интересов.
А они у вас, эти ваши интересы, они у вас достаточно открыты, они у вас достаточно ярко выражены. Это то, что вы чувствуете, что мужчина вас не любит, вас не ценит, не уважает и, вообще говоря, не очень-то он вас, не очень искренне к вам относится. И на это указывают определенный ряд причин. Во-первых, то, что он общается с расширительностью, во-вторых, то, что он уходил к ней, но, правда, быстро возвращался и так далее. Все это, конечно, говорит далеко не в вашу пользу. И вот и именно об этом и нужно сказать. То есть о том, что является вашими интересами в первую очередь. И уже потом только интересами его молодого человека. Давайте подумаем, какие ваши интересы. А ваши интересы — это быть любимой, защищать свое достоинство, самолюбие и честь. Правильно? Правильно. Значит, в этом случае вам нужно за свои интересы бороться. Как? Ну, во-первых, не ждать, что молодой человек как-то будет удовлетворять сам ваши потребности. Он не будет. Почему? Потому что он действует в своих интересах. Он подвергает вас определенным негативным переживаниям, и это значит, что его интересы для него же важнее, чем ваши. И это показатель его отношения к вам. Соответственно, раз он себе такое позволяет, значит и вы легко можете такое же себе позволить. Более того, вы имеете на это полное право. А если мужчина общается с какой-то женщиной, неважно с какой, будь то бывшая его, будь то еще кто-то, то и вы можете точно так же общаться с другими мужчинами. Почему? Потому что это называется равноправие. Мужчина позволяет себе, и вы позволяете себе. И по большому счету, разговаривать на тему того, почему он так поступил, а что вообще он там себе думает и так далее, никакого смысла не имеет. Почему? Да потому что у молодого человека уже есть свои цели, у молодого человека уже есть свои интересы, у молодого человека есть все то, чего он хочет, и он к этому идет. Но ваши интересы не учитываются. Значит, давайте подумаем так. Если молодой человек действительно вот с вами только из-за дочери, то он и относится к вам соответствующе. То есть как? Не заботится о вас, не ставит ваши интересы выше своих и так далее. Это так? Ответьте себе. Вы можете даже, знаете, никак не отвечать нам, ну, в частности мне. Но вы себе ответьте на этот вопрос. Ставит ли ваш муж ваши интересы выше своих? Да или нет? Если ставит, то это, безусловно, хорошо, что он ставит. Но если нет, а скорее всего нет, то значит он вас не любит. Ему с вами удобно. И неважно почему в данном случае, ему просто с вами удобно. Вот и действовать тогда нужно, исходя из этого аспекта, что ему с вами удобно. И это означает, что вам уже ничего не изменит. По крайней мере, словами не изменит ничего. Мужчина признает поступки, а значит, разговаривать с ним нужно только на его языке, на языке поступков. Как вы думаете, какие именно поступки могут образумить вашего мужчину, или, по крайней мере, показать вам, что вы не дадите себя в обиду? А поступки такие. Дайте ему откровенно почувствовать, что он может вас потерять. Что он может легко вас потерять.
если будет продолжать в таком же духе себя вести. И вот тогда вы увидите его отношение к себе. Либо он начнет действительно что-то делать, чтобы вы остались с ним. Тут, конечно, можно говорить о том, что он будет к вам ласков, что он будет там что-то предпринимать, какие-то знаки внимания оказывать и так далее. А может быть, если он вас не любит, если ему на вас все равно, он с вами действительно только из-за дочери, на вас посыпется обвинение. Обвинение в том, что вы такая вот была плохая, что вы, вообще-то говоря, ничего там для него не делаете. И вообще, это будет означать только одно, что мужчина вас использует. И вы, вот знаете, я надеюсь, вы понимаете, в кавычках, нехороший такой человек, его обманули в его ожиданиях относительно ваших интересов. И тогда с таким человеком быть вам, конечно же, не стоит. То есть, резюмируя все, что я сказал, можно условно несколько моментов выделить. Первое. Чтобы подсказать вам поведение относительно вашего мужчины, нужно больше информации о нем. Потому что в зависимости от того, какой это тип человека, разное поведение будет иметь разную эффективность. Во-вторых, вам нужно защищать свои интересы, то есть подумать, что для вас важно, в первую очередь, и для вашего ребенка тоже, и идти к этому любыми путями. Если мужчина вас любит, если мужчина вами дорожит, он поддержит вас в ваших начинаниях, если нет, то не поддержит. И вы увидите на основании этого, на основании его поступков, перспективы вашего дальнейшего будущего. Далее. Вам нужно заставить мужчину ощутить, что он может вас потерять. И это проявит его истинные эмоции по отношению к вам. Это поставит его перед фактом выбора своего дальнейшего поведения по отношению к вам. Опять-таки. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, мой ответ был вам полезен. Я старался. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.